Так, ну что, ребят, доброе утро. Всем доброе утро. Сегодня мы снова с Алексеем находимся на рыбалке. Сегодня Рефтинское водохранилище. Пробуем опять осваивать спиннинг, который мне никак не дается. Ну что, надо ловить, чтобы понять, как на него ловить. Посмотрим, надеемся, что будет. Поймать судака. Да, надеемся поймать судака. Начинать сегодня буду вот с такого фиолетового твистерочка. Вот. Груз у меня 12 грамм. Кому интересно, заходите, посмотрите в интернет-магазин «Болин рыбалкой». Там очень, ну скажем так, вполне нормальный большой ассортимент различных грузиков, джиголовок, кормушек и так далее. Но вот джиголовки и чебурашки я их использую с большим удовольствием. Цен вы таких больше здесь, в Екатеринбурге, нигде не найдете. Отошли немножко от берега, посмотрите, сколько ракушки. Практически все дно усеяно. Все в ракушке, короче. Если такая же фигня на глубине, то, блин, шнуру конец сразу придет. На спиннинг-то еще ладно, да? Все-таки подбрасываешь вверх приманку. А на фидер, когда шнур будет по земле идти, ну, ему сразу, конечно, придет кобздец. Ну вот и все, рыбалка наша на сегодняшний день завершена. Сейчас давайте, как обычно, расскажу о том, как она проходила. Я сегодня здесь на рыбалке нахожусь с Алексеем. Приехали мы сюда около 6 часов утра, а точнее в 6 часов утра уже вышли на воду. Вот. И где-то с 6 часов утра начали ловить возле 4-й речки, напротив нее, на глубине таких вот от 5 до 9 метров. Пытались ловить судака. Вот. Но, к сожалению, судак у нас ловиться не захотел. Хлестали мы воду разными приманками. Несколько поклевок у меня было на фиолетовую, вот такую вот приманочку здесь покажу. Вот, вот на эту приманку было несколько поклевок, причем поклевки были хорошие, так обдирала ее, блин. Приходилось мне несколько раз даже кончик обрезать. Вот. Но, к сожалению, так ни одной рыбы я и не поймал. Возможно, что это случилось, потому что приманка слишком длинная, да? А может быть, я просто не умею с ней обращаться. А может быть, на самом деле нужно было просто поставить вообще не твистер, а, допустим, виброхвостик какой-нибудь или еще что-нибудь. Вот. Желтый виброхвост я поставил, поймал одного окуня. Вот они, звери, которые клюют, оказывается. Было у меня сегодня с утра несколько штук поклевок. Как он попался, непонятно. Какую резину зажрал. Вот, и все. Так судака и не поймали. Дальше, после того, как походили здесь безуспешно, наверное, пару часов, пошли в 5-ю речку. Точнее сказать, к 5-й речке. Но там ловили на глубинах от 8 где-то до 10 метров тоже. Вот. Тоже там рядом лодок было миллион. Но мы ничего не поймали. Там вообще не было поймано ни одной рыбы и не было ни одной поклевки. Тут хотя бы у 4-й речки окуни попадались с утра. Да, там вообще голяк. Вот. Ну что, поплавали еще там пару часов. Решили, что хватит уже воду хлестать. Просто так полоскать наши приманки. Решили окуней половить. Выплыли приблизительно на 2-3 метра глубины. И вдоль берега пошли потихонечку в сторону лагеря нашего. Ну, точнее, в сторону машины. И так вот, идя вдоль берега, начали потихонечку ловить окуней. Окуней я ловил в основном на отводной. Вот здесь покажу приманочку. Вот на такую приманочку я ловил. Вот груз у меня был 15 грамм. Нормально. Окуни попадались очень даже неплохо. Вот, можно было поймать наверняка и больше. Мы их начали ловить очень поздно. Вот, где-то около 2 часов мы ловили окуней. Вот. Если бы ловить их с самого утра, ну, результат, конечно, был по окуню совсем другим. Вот. Но мы это все-таки пробовали ловить судака. Так что окунь — это так, прилов. Вот такие Сергей окуни. Только у Сергея. Пока, да. Самый большой зверь на сегодня. Да, неплохой. На чем он? Покажи, на чем он взял. Вот такая вот резиночка.
Некоторые сжирают так, что не знаешь, как их доставать. Смотрите, прямо туда, в топочку. Ну, открой рот, покажи. Не видно. Ну, ладно. Мелкий, но прикольный. Вот здесь вот покажу рыбу, которую я поймал. Вот такая вот у меня сегодня рыба. Хотел взять 10 окуней домой. Получилось 12 штук в результате. Вот, сначала окуней отпускали. Теперь под конец вот немножечко стали брать. Ну вот 12 штук я забрал себе домой. Смотрите, самые крупные такие вот. Ну может быть грамм по 120, по 130. Вот они, там парочка. Вот, а так такие 90 грамм окунек. Вот, судака, к сожалению, сегодня так и не поймали. Клевал он у меня с утра, но я поймать его не смог. Да, рыбалка у нас, к сожалению, совсем не такая, как, допустим, в Ханты-Мансийске. Вот посмотрите, как Рифат в Мегионе ловит. У него очень интересный канал. Всем рекомендую, кстати, посмотрите. Там, блин, рыбалка совершенно другая. Конечно, не такая, как у нас. Хотелось бы нам такую, но, к сожалению, вернемся пока к нашим окуням. Вот вы видели, сильно крупных там окуней, конечно, нет. Но так, есть вполне приличные, съедобные окунишки. Думал домой взять 10 штук, обсчитался, взял 12. Погода сегодня у нас хорошая. С утра было около 5 градусов тепла. Сейчас около, наверное, 18. Тем не менее, ветра сегодня почти нет. Солнышко светит. Ну, очень приятно и очень комфортно. Особенно после той жары, которая у нас была здесь на Урале. Я считаю, что вот такая погода, она гораздо комфортнее. По крайней мере, лично для меня. Народу очень много. Лодок, ну, не знаю, штук 40 точно плавало здесь по акватории в округе, да? Ну, то есть я видел штук 40 точно лодок. Ловили или нет, ну, у кого-то рыбу я видел, откровенно говоря, да. Ну, там не по много, но на Кукане видел там, что люди уходили с одной точки на другую, и у них было там на Кукане 2-3 штуки судаков. Точно я не разглядел там вдалеке, короче. Вот. Ну, была рыба у людей, а мы, к сожалению, как-то без нее обошлись. Но это не значит, что надо отчаиваться. В следующий раз, я так думаю, сюда-то я не приеду, но это не последний раз, когда я здесь нахожусь, на этом водоеме. Вот. Надо мне его все-таки по судаку распечатать, потому что окуней половить можно было и гораздо ближе, на той же, допустим, Белоярской, на том же Белоярском водохранилище. Вот. Да и окунь там можно было половить, и судака. Вот. Ну, будем пробовать, как говорится. Ну, а на этом я с вами попрощаюсь. Всем пока. До встречи на рыбалке.